Следуй! Это юбилей высадки в Нормандии. Мне нужно ехать во Францию. Я бы вас отпустил, но нам предписано заботиться о вас. Вижу, что ты считаешь меня уже мертвым. Черт, кто ты вообще? Откуда ты взялся? Не стой здесь, как идиот. Помоги мне. Ветеран бегает из дома, ища своих братьев по оружию. Последний боец — это Баз. Ты удивительно долго остаешься в строю. Нет сомнений, ты настоящий солдат. Кроуфорд. Это я. Но твой паспорт недействителен 17 лет. У всех есть срок годности. Мне уже 92. Я просрочился уже давно. Значит, это в моих генах. Создана, чтобы скрывать солдат. Три мушкетера. Один за всех и все за одного. Вот трудность для людей вроде нас. Мы живем со спектрами прошлого. Эй, хочешь расстроить всех? Никто из нас никогда не сможет забыть. Но, возможно, мы можем простить себя. Как ты думаешь добраться до Нормандии? Ты даже туалет не можешь найти. Ты так смешон.